Итак, всем привет. Когда-то давно на просторах интернета я увидел вот такой патрон, точнее 9 на 18 макаровский патрон, вот с такой капсулей от охотничьего патрона. И человек говорил, что эффективно детонирует капсуль. Вот, и я решил проверить. Нашел вот такой вот патрон. Когда-то давно я делал, там, не знаю, 10 лет назад, с таким капсулем отохочущего патрона. Этот патрон 9ПА, травматический. Точнее, там уже ничего нет, это просто гильза, если видно. Хочу проверить. Давайте снарядим магазин и посмотрим. Ну вот, патрон, если видно, в патроннике. Давайте произведем. Сдетонирует ли капсуль? Слышно было, да? Сдетонировал. Соответственно, делаем вывод, что он был прав, этот человек, что он 9 на 18 патроны где-то гильзы собирал и делал эти так называемые патроны с таким капсулем. Соответственно, они детонируют. Всем удачи, всем пока, подписываемся, ставим лайки, не забываем.